Так, привет, ребятки. Хочу попробовать тест. Притащил антенну тут на одну позицию. Пятый этаж, юг полностью открыт, как видим. Телевышка тут типа бла-бла-бла. Ага, значит, сейчас хочу посмотреть, будет ли видно борта на частотах АДСБ. Приварганим антенну и посмотрим, что будет видно. Так, значит, вот я разместил как антенну. Разъем, все дела. Сейчас будем подключать к донглу и посмотрим, какой будет результат. Так, вот опять порт, опять же этот РВЗ появился над морем. Вот его четко видно. Он насколько вот в Запорожье расстояние. Вот он на флайрадаре. Где он здесь? Вот он, да. Вот такой вот самолетик. Airbus A321. Вот программа как раз его и наблюдает. Вот мы его видим, трафик, вся информация по нему. Ну и map. Вернее, трафик вот так. Прорисовывает его маршрут. Прикольная программа, конечно, безусловно. Очень прикольная. Но пока, как видим, на южном направлении у нас, видите, бортов немного. Практически нет. Есть два борта. Один в Анапу уже сейчас садиться будет. Ну, другие только ползут. Такие дела.